Напугать редактора спортивной редакции не так просто. Для мастера спорта по самбо нет ни трудных тем, ни опасных героев. Но несмотря на естественную любовь к родным боевым видам искусств, спорт номер один всегда в центре его внимания. В первой встрече подопечные Миодрага Божьевича с минимальным счетом одолели австрийский коллектив «Айлер». Придумают же такие названия. «Айлер». Хайлиген. Даже труднопроизносимые издержки профессии любви Романа Саганова к футболу не уменьшают. О самых ответственных матчах, тренировках клуба и молодежного состава он узнает первым. Обычно скромностью бессменный ведущий не отличается. За плечами Льва Клинова целый год трехчасовых ежеутренних эфиров. Ценитель гандбола, баскетбола и гребли сам играет в областной любительской футбольной лиге и успешно осваивает смежную профессию монтажера. Сурова спортивная деятельность в наших кругах. Пойдемте к Сергею Мирошниченко. Специализирующийся на освещении судебных и чрезвычайных событий Сергей Мирошниченко попал в спортивную редакцию случайно. По доброте душевной согласился провести эфир и задержался на полтора года. Всем спортивным журналистам надевайте каски, потому что батут без каски приводит... Спортивная журналистика – социально значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации, опирающейся на специальный предмет рассмотрения, анализа и аудиторию. Сухое определение в энциклопедии, а в жизни – захватывающее действие, попав в которое, выйти невозможно.